смотри, еще более стерто стало. Скоро вообще ничего не видно будет. Ни одна живая душа не откликнулась. Это нормально. Я думаю, что в цивилизованном мире, если бы я поливал цветы, как я это делал во дворе, ко мне бы подошла какая-нибудь девушка и сказала: ты добрый человек, ты любишь цветы, ты романтик, можно с тобой познакомиться. Но здесь ни одна, ноль, zero. Знаешь почему? Не потому что я в очках, не потому что я тощий, не потому что я отец, как... ну, ладно, неважно. А даже абсолютно идеальные по всем пропорциям интеллектуальные и физически развитые люди рассказывали, блядь, и успешные, что к ним за всю жизнь, блядь, в России, блядь, ни одна девушка никогда не подходила первая. А если подходила, то манипулировала, и отношения заканчивались очень плохо. Понимаешь? Это пиздец. И после этого, услышав вот эти вот истории абсолютно разных людей, которые абсолютно отличаются от меня, у них есть характер, там, они, жизнь другая, они там есть... Ну, короче, вообще разные люди. Не слабаки там, не тряпки, как я, не ничтожество там, все такое. Я понял, что вообще нужно просто забить на все это. Просто забей. Они забили. И ты забей. Забей, как на вот этот ржавую стену. И на вот эту бесконечную лужу. Ты же не обращаешь на нее внимания. Но ты можешь в нее попасть. Немножко будет неприятно, да. А ты можешь... Ну, я не призываю, но я могу залезть. Я залазил на вот туда вот. Там был я. И там хорошее место, чтобы прям сдохнуть. Но я не призываю, я не собираюсь этого делать уже. Потому что я лежал в психушке. У меня еще есть в крови флоксетин. Но скоро он выветрится, потому что нет больше тревоги. Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, вот у вас есть сигареты, только не тут 134, а в пределах 100 рублей с фильтром и больше никотина, чтобы не было потяжелее. Какие-нибудь такие. О, да. А какие из них посильнее? Да. Я не знаю, на них уже 3 года не пишут. А, уже 3 года не пишут? Да. Ну, а они сколько стоят? 100-190. Ну, мне вот портится за 90. Ну, извините, у меня просто копейки, здесь как раз 90. Ну, у меня на самом деле 100 рублей еще есть. Нет, просто, блин, копейки. Я художник. Еще рубль сейчас. Я как раз заготовил.